Интересно. Вот, ребят, такой красавец, красавица. Это, кстати, смотрите, АПП. Значит, смотрите, про него прямо отдельно. Запомните его, ребят. Это самый выгодный Red Boss на 30-м, на вообще на дегрейде, блядь. Самый выгодный только из-за того, что брига сет, ребят, собрать, нужно сделать брига шлем. Бля, сейчас спадет ускорение, надо бить его. Пока у него хосты нет. Пока он хосту не забафал. Давайте я буду бить, а потом это самое. И читать. Пока он, ребят, не перебафал хосту. Просто из-за этого. 384 тысячи хп, почти 385, 205 по атак, 307 по дек. 600 скорость атаки, 600, ребят. Без хосты, понимаете? Если бы сейчас хостом забафал, там все 800. Так, что еще у него? Главное у него, ребят, это дроп. У него дохуище дропа, дохуище просто, блядь. Главное, ребят, кусочки не буду вам считать, ладно? Вот эта часть панцирного щита. Но главное, модель панцирного шлема, ребят. Вот, чтобы самому себе крафтить шлем. Модельки и сам панцирный шлем. Это брига-шлем. Это модель брига-шлема, поняли? Куски, из которых он крафтится. От 27 до 81. Вот из них мы крафтили брига-шлем. И один раз мне выпал целиком шлем. Несколько раз щиты падали брига. Вот, с него еще падает магазинный топ пухи, ребят. Тарбар, рогатый посох, Моргенштерн, череполом, тяжелый стенлогин. Это магазинный топ. Это не бест, это магазинный топ. Бест пухи, ребят, начинает падать дегрейда с 33 уровня. 33 уровня РБ начинает падать бест де пухи. Это топ магазинный, который можно купить. Лучший пух, который можно купить, ну, поняли, да, в Геране, в магазине оружия. Вот. Круче пушки не продаются, круче только АП ДА можно. Либо, ребят, с РБ выбивать. Все. Блеска, ребят, на доспех. С него падает. И вот, видите, брига-щит. То есть брига-щит и брига-шлем только с этого РБ, ребят, и куски на них. Но это еще не все. Это только первая страница. А, кстати, нам нужна краска. С него падает нужная нам краска. 1 плюс 1, ловкость, вынос, которую я уже 7 штук собрал. Мне надо еще 3. Ну, надо еще 23, чтобы 3 девочкам сделать. Вот, еще треугольный щит с него, ребят, падает. Куски вот эта вся говна. Краска, вынос, ловкость. Ловкость, вынос. Вот. Меня сейчас интересует из краски вот эта ловкость, вынос. Я хочу пятую сделать тату, третью тату на ловкость плюс один. То есть у меня уже на силу и на ловкость плюс четыре стоят тату, ребят, на девочках. И еще осталось одно место, да, да, что увеличить до плюс пяти. Я решил буду увеличивать, ребят, декс, то есть ловкость. Вот, так что один плюс один, мне нужна краска на трех девочек 30 штук. Соответственно, 7 у меня есть. Вот, и с этого вот одна только падает. Кстати, вся другая краска с него там от 1 до 3. Вот, а тут только одна. Видите, например, краска ловкость сила от 2 до 4 ловкость сила. А ловкость вынос только одна. Поняли, да? Такое, блядь, нечестно. Одна только блеска на доспех. Самый главный дроп, ребят, с него. Почему он самый выгодный, я сказал. Не по пухам, ребят, а именно для брига-сета, ребят. Брига-сет и щит тоже только с него. То есть брига-щит и брига-шлем. Нас интересует шлем. Вот. Мы вот так делали сеты, то есть били АПП. Ежедневно я ходил на АПП, как на работу. Когда-то его убивали мои конкуренты. И тогда я не знал, когда он реснется, ребят. Да, понимаете? И я не знал, сколько он реснется, когда его убивал не я. И тогда несколько дней не мог. Но у меня уже были куски, я просто мы скрафтили просто шлемы, ребят. Вот Стасу тоже скрафтили, чтобы у него был сет, когда вот наш подписчик с нами пришел поиграть. Вот. 10 раз форманешь. Да не надо 10 раз. Вот, смотрите, один раз формануть, ребят. И у вас, если выпадет модель панцирного шлема, на шлем нужно всего 7, ребят, кусков. А тут 27 минимум падает, понимаете, да? Один раз вам выпали модельки, блядь, 27, и все, у вас уже, блядь, самое, почти 4 брига-шлема, уже крафтить можете, крафтить, да. Один целый раз мне шлем упал, щиты несколько раз падали, что 3 щита, что ли, блядь, у меня там, я их продавал просто, блядь, нахуй мне не уперлись. Но, например, те же гномы, ребята, танки очень любят, да, брига-щит, потому что, знаете, я не знаю, почему, если честно, потому что это же не бест-щит. Ладно, щит самый лучший, ребят, на Д. Просто, блядь, из-за комплекта, да, танки брали из-за комплекта, то что щитом, ребят, комплект дает еще, ну, макс хп плюс 20. Ну, 20 это такая... 10 раз форманишь, будет комплект, я понял, это смешно.
я понял тебя. Вот, он же не факт, что она упадет, именно это нужное, блядь. Вот, ребят, смотрите, я понял, ты про это тут 10 раз проманешь. Ну да, у меня 7 штук уже есть, кстати, с него. Ну, получается, с него, потому что только с него она, наверное, может, с каких-то падает это нужно. Вот, ребят, из-за 20 хп щит надевать вот этот брик нет смысла, он просто для красоты. Лучше, ребят, ладно, щит надеть, он намного больше дает по дефу, блядь, да, понимаете? Но очень много адептов брига света есть, ребят. И это для меня очень большая, блядь, загадка, ребят. Знаете почему? Потому что я не понимаю, вот, это вам кубики или ехать, да, вам шашечки или ехать, знаете, как про такси раньше. Так, на такси были такие шашечки, в виде шашечек рисунок, да. Квадратики желтые и черные шашечками расположены. И когда вот такой анекдот есть, типа, становится машина типа вот без шашечек, и куда вам ехать, а женщина спрашивает, у вас же нет шашечек, он говорит, вам шашечки или ехать. И тут такая же ситуация, вам шашечки или ехать, блядь. Поняли, да? То есть вам ПДФ нужен или, блядь, для красоты, нахуй, чтобы брига сет был целиком. Понимаешь, некоторые люди без брига перчи и без брига тапок не могут жить, блядь. А они, нахуй, ну, хуже, понимаете, чем есть лучше. Вот. Есть БСД, ребят. Есть вообще лучше по дефу шмот на Д. Это полулаты, то есть латные штаны, латные ботинки, перчи, огры, вот как у меня, и, соответственно, латный щит, ребят, вот латные. Но они не дают с этого бонуса. Вот тут я и бригу из-за чего, ребят? Из-за того, что у меня одна девочка ходила в латном сете, у нее было ПДФ больше, но у нее не было вампирика плюс 5, я же бригу точил, видите, у меня светится комплект. Тут работают с этого бонуса, из-за этого брига мне была нужна, чтобы сделать, блядь, чтобы перетачивать ее, ребят. Чтобы получать с этого и бонусы, а с этого бонуса из-за меня плюс 5 вампирика на дегрейде очень сильно вам помогают. Поймите, да, у меня сейчас от бафа, вот здесь 9, ребят, но это не нубу баф. Я обычно, я играю без према, да, и играл до этого, можете посмотреть, я под одним бафом шилки после 41 уровня живу. Понимаете? Вот. И только бафшилки, ребят, и только хардкор, только хоста, только банки мамонские хосты и бафшилки, ребят. Да, у шилки еще есть посох, который на Блэззебаде, ребят, дает баф, и все. Вот. Бафшилки, посох кристальный на Блэззебаде, ребят, и хоста мамоновского. Вот мой фарм. Почему я так, ребят, об этом напоминаю вам, да, что сейчас это необычная для меня личная ситуация, когда у меня есть прембаф. Вот, от кота, да, это прям баф, он максимальное значение. Смотрите, вампирик у моей шилки 55 уровня сейчас, только 2 уровня, и он дает, ребят, 7%. Подожди, 7, 2 уровня 8, нет, 7, да. Вот максимальный вампирик 4 уровня, вот как здесь, видите, он дает 9%, ребят, вампирик, то есть 9% от вашего урона вам перетекает в хп. Вот. Почему я это рассказываю? Потому что я бил этого. Сейчас же никто не заморачивается дэшматом. Ну, это же лоу-риты. Нет, заморачиваются, и ты удивишься, блядь. Тут брига-сет. Просто я вам серьезно говорю, я же на этом серваке с середины сентября играю. Тут брига-сет по деньгам дороже, чем кармян-сет, понимаешь? То есть, брига-шлем по 1,5 ляма продавали тут, и его брали, блядь, ребят. Люди фармили вот этого АПП, крафтили шлемы, и я охуевал, у них брали, я еще охуевал. Какие же дебилы покупают брига-шлем за 1,5 ляма, ребят, на X1. А там были X1 на Нью, X1 риты, просто понимаете, X1 на Адену, на дроп, на спойл, блядь, X1. Понимаете, да? Или нет? Вот, с некоторых РБ было 0, ребят, дропа мне. 0, блядь. Подходил по уровню, все идеально, 0. Лоу-риты. Брига здесь охуенно ценится, блядь. Охуенно, просто, блядь, вот. Тут еще много иностранцев, ребят, играл. И сейчас играют даже на олде. Что это значит, блядь, иностранцев много. У людей есть, ну, скажем так, для них вот эти деньги, которые, ну,
стоит, грубо говоря, колы, да, вот эти аденовые, для них это намного легче. То есть уровень жизни больше, и, соответственно, для них это не деньги. И они с удовольствием эту бригу покупали, блядь. И я видел сам, как люди каждый день, каждый божий день просто продавали по одному, по два шлема бриги, ребят. С дешмота можно одеться на агры. Понимаете, да? Продавая бригу сет. Просто бригу шлем продаешь и щит. Ну, щит не так востребован, ребят. Он все-таки, реально, говорю, дает говно буст, но адепты бриги, я их называю адепты бриги, знаете, ребят, которые, блядь, не могут жить, сука, без бриги, вот, им нужно обязательно, им можно впаривать, короче, тапки, перчи бриги. Я ставил специально ради прикола, блядь, ребят, на продажу. Я сделал специально, выучил гномки на перчи и на тапки рецепт. И она у меня, или на что-то одно, подожди, на что-то у меня не было, нет, на перчи, на тапки. И делал перчи и тапки просто ради прикола. Щит поставил, перчи и тапки. Все купили, все, блядь. И я ставил цены такие, которые, блядь, мне казались, ну, зря, нереальными. А на самом деле можно было еще дороже ставить, как мне сказали потом, ты, говорит, вообще, говорит, дешево продавал. И у меня купили, знаете кто? Перекупы, которые потом продали эти дороже. Можете представить? Я думал, что я ставлю большую цену, а у меня купили перекупы, блядь. Поняли? Вот такие вот дела о Лоурите, ребят. А в 2020-м это было. Уже сейчас 2021. И, ребят, я вам серьезно говорю, я был в ахуе, честно скажу. Какой, какая, блядь, конкуренция была. Этот АПП вообще, то есть, тут просто вот, ты полил, я стою полилкой своей, ребят. Я здесь полилкой, соответственно, держал. Я свою стою полилкой, и рядом со мной две полилки в это же время возникают. Прикиньте, был момент, я такой в чат ржу, и они ржут, блядь. Ну, АПП не было в тот момент. Три полилки, то есть три разных конкурирующие группировки, блядь, проверяли этого Редбосса по КД, блядь. Ну, я, ребят, по КД не играю. То есть, у меня вот свой, грубо говоря, прайм, он никогда не одинаковый. Да, вот сейчас я вроде... Мне надо привыкнуть, ребят. Хочу пораньше начинать, чтобы люди могли... И, например, вот есть Тимур, вот подписчик, он говорит, ну, он из Челябинска, у него там разница 2 часа. Ну, он раньше спать ложится, ребят, да? То есть в среднем я такой самый ночной человек, но ночью меньше народу просто может посмотреть в прямом эфире, я имею в виду, про стрим. Видосы-то я днем выкладываю, я еще кроме стримов, ребят, посмотрите, кто впервые, ребят, кстати, подписывайтесь на канал, кто, ребят, впервые смотрит. Ночной прайм имеет свои плюсы, именно, ребят, для фарма, но не для стриминга. Вот. Как ни крути, ребят, много, то есть, люди есть, кто ночью смотрит, я сам такой, то есть, но именно мне, как начинающим, ребят, сами понимаете, да, онлайн очень важен, чтобы подняться, чтобы меня побольше людей узнали, это важно. Я надеюсь, вам нравится, кто вот смотрит, но хочется, понимаете, развиваться, чтобы канал развивался, нужно больше зрителей, ребят. Мы сами фармили по ночам кат. Да, да, ребят, ночью фармить легче, потому что конкуренции меньше. И это просто объясняется на пальцах. Ночью меньше конкуренции, все. Понимаете? Кстати, я про него сегодня не прочитал лор, ребят, извиняюсь. Я просто про него вчера читал, ой, позавчера, когда, ну, в прошлом, на прошлом фильме читал, все прочитаю. Так, обиды. Так. Это зверь. Зверь, живущий на территории Инадрил, один из злых духов, рожденных болью Шилен. Он ненавидит Еву, ставшую богиней воды вместо Шилен, называет ее самозванкой и фальшивкой. Он до сих пор считает настоящей богиней воды Шилен. В общем, фанат Шилен, ребят, поклоняется Шилен, как и все темные эльфы. То есть он такой, за темных, короче, а эльфов топят. И когда Ева стала богиней воды, то он очень сильно переживал. Он считает настоящей богиней воды Шилен. Ну, у Шилен свои, кстати, прибамбасы есть, так что я думаю, она не переживает, что не стала богиней воды. Вот. По ночам каты, ребят, да. То есть ночью вам легче найти топовые споты, скажем так, да, как их называют. Если фармер и тот же РБ, ребят, я убивал их ночью, и что вы думаете?
Ну, тут рез 12 часов. Вот как мне сказал наш Хиро БД, я был уверен 16 плюс-минус 4, Омега 12 плюс-минус 2. Но я не знаю, насколько он хорошо знает именно, вот именно рез в обычном ХРБ. Я смотрел по базе этого сервака, ребят. Там написано, блять, на карте 16 плюс-минус 4. Я за что купил, за то и продаю обычно. Если меня в базе наебывают, ну это косяк базы, я смотрю. Так, почему я без стойки бью? Кстати, давайте проверим. По стойкой крипим. Ну, как мы проверяли, ребят, стойка я, кстати, прокачал. Уже дают 109, ребят, плюс 109. Например, юг 600 должен быть по 709. Вот, 907, 891. Очень большой разброс, ребят. 780. Знаете, какой разброс? 780 или 907, блин? 876. Вот видите? Хуй поймешь. Смотри, сейчас отключу. Отключу ее. Просто вы удивитесь, да, сейчас. И будут... Какой урон. Вот видели? От 708... Ой, 839. Смотрите, без стойки. А был 780 со стойкой. Поняли, да? О, смотри, 798, блядь. 806. 812. Ну, давайте включу. А там было 900 с чем-то, помню. Разброс большой урон. Это статичное значение 109 добавляется к этому разбросанному корейскому ебаному рандому, блядь. Какая вилка урона, я не скажу вам. А, я не буду говорить, что там 2-25%, но вилка большая, ребят. Я точно не знаю. Наверняка кто-то может подскажет, но вилка урона, ребят. Блядь, она большая. И поэтому 109 вот эти... Вот эти 109 в состоянии жрущей манну, они такую хуйню дают незаметную. Лучше бы вместо вот этого стойка давала, ребят, проценты, блядь. Шанс крита. Вот мне бы устроило, чтобы стойка давала шанс крита. Пусть небольшой, пусть будет 5-10%. Это будет охуенно, блядь. Ну, 10 это уже большой, наверное, но все равно, ребят, у меня у девочек на C-грейде, ребят, конечно, берсы на Сана Фокус, да? То есть на Сана Фокус. У нас есть... бафы, да, на фокус, ребят. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Мы бустим себе шанс крита. Мы, нам главное не сильно бить критом, а часто, блядь. Вот. Соответственно, бафаем, у нас еще, понимаете, есть Death Whisper, который, ну, шилки мои тоже есть. И даже без прем бафа у меня есть шилка, ребят, который уже Death Whisper и фокус, ребят, третьего уровня, да. А, вот. Соответственно, вот, такой же фокус, как от прем-карты, да, ребят, как от прем-баф. Такой же фокус у меня третий, то есть увеличивает рейд крита, да, то есть шанс крита и силу крита десвистер дает. Еще плюс стойка, если бы она работала правильно, если бы такого не было разблета урона. Вот смотрите, 871, 834, 814, 809, ребят, это вот со стойкой коварства, которая на 109 увеличивает мощность крит удара на 109, статичное значение. Вот любой урон вылетает критовый, и плюс 109, плюс 109 должен быть, 856. Снимаю стойку, блядь. Он не будет нахуй меньше, ребят. Что обидно, ребят. Это, блядь, тогл, который ебашит, просто жрет ваше МП по КД, ребят. И не слабо жрет. 855, как он такой? Без стойки, блядь. Видите, стойка отключена, блядь. Что это? Это значит, либо тогл не работает, ребят. То есть, либо он неправильно настроен, либо, блядь, извините меня, он бесполезен нахуй. Он просто бесполезен, как на лоу-левел, бесполезен боевой рев, когда у вас будет забади. Когда у вас будет забади, боевой рев нихуя не добавляет, нихуя. А он должен давать 10%, ребят. Сразу установить хп 10% должен, и 10% макс хп повышать. А он работает на базе, блядь. Он работает на базе. То есть, если снять было забади, вы заметите боевой рев. А если с Блэк Зебади, вы вообще нихуя не замечаете. У вас ни 10% не добавляется, ни хпшки не останавливаются. То есть настройка какая? Это как же, так же как с хамой на акумен. Ой, блядь, на конверсию. Хаман или пушка на конверсию, ребят, да? Дает проценты, блядь, ребят. Я посчитал. Я заебал службу поддержки, ребят. Я вообще такой человек, я умею считать. И если мне что-то, блядь, непонятно, я как бы пишу. Я ленивый еще, да. Я не сразу пишу. Я когда уже заебусь, я уже такой, ну, блядь, ну не дает, надо написать. Я написал службу поддержки. И они мне там объяснили, блядь, что вот конверсия, значит, работает от базовых статов, как будто у вас ни одной пассивки нет. То есть вы персонаж, например, вы второй профный персонаж. Вы берете второго персонажа и убираете все у него пассивки. И вот столько он отнимает хпшек 60% и 40% МП добавляет. Я говорю, почему так мало МП добавляет конверсия, блядь? И я посчитал, говорю, у меня выходит больше. Так они что ты думаешь? Они, кстати, молодцы тем, что в том плане, что служба поддержки, ребят, работает как? Реальная.
То есть они реально, блядь, взяли моего перса. Прям я при мне. Зашли на моего перса, блядь. Начали проверять эту хуйню. Я же ведь подробно, я все время подробно все расписываю. Сколько, что дает. Вот, пожалуйста, вам, ребята, говорю, хотите, калькулятор возьмите, хотите, вот, блядь, поверьте моим расчетам. Вот. Они мне говорят, ну, это вы считали уже с пассивками. Я говорю, ну, конечно, блядь. А почему он должен работать без пассивки? Ну, этот скилл работает на базовых значениях ваших параметров. Я говорю, блядь, ну, извините, тогда вот этот боевой рев на первом уровне, вот, понимаете, на мелких уровнях абсолютно нихуя не дает, нихуя. То есть он, ты его качал, ты его ждал, блядь. Он там на 32 уровне только учится, блядь, не как он, 28, блядь. Вот. Единственное, ярость все дает. Львиное сердце должно защищать вас от 40% должно давать, ребят, от параличок, от удержания, от усыпления, от оглушения, от всего, понимаете? 40. Он потом качается еще, он потом 60 дает, а потом еще больше. Вот. Соответственно, он как хуй как вроде работает. Когда Sleep RB был, ребят, все спали, а я заюзал львиное сердце и не спал, понимаете, да? Но он спадает раньше, чем вы его закастуете снова. То есть 2,5 минуты перезарядка, ребят, а действует всего 1 минуту. Вот. По ночам, да, PUBG прав, и по ночам, ребят, просто больше шанс, что у вас будет меньше конкурентов, да, на тех же РБ. Вот. В этом плюс ночных фармов у меня, фармов. А я говорю про ночной именно стриминг, да, то есть ночной, ну, на ночью людей меньше смотрит, соответственно. Ну, это логично, как бы. Да, я сам ночной человек, ребят. Но так как начал стримить, я стрим любят подолго. Вы можете посмотреть, у меня там по 7 часов стрима, я могу, вон, в 11 начать, в 7 утра закончить, ребят, понимаете, да? То есть я могу захватить и ту, вот. Надо начинать мне часов 8, я думаю, оптимально по Москве, часов 8. Чтобы люди, например, и из ДВ, из Дальнего Востока могли зацепить, когда я ночью стримлю, да? И ночью удобно смотреть людям из Дальнего Востока, когда вот больше охвата аудитории, да-да-да. То есть, как бы, ребят, чтобы про меня больше народу узнали, это, понимаете, плюс какой будет. То есть, чем больше зрителей у вас на канале появляется, тем чаще ваши ролики попадают в эти... Вот, чем больше лайков. Вот, например, на Ютубе лайки как работают? Вот, мне чего обидно, что Ютуб не списывает, блядь, просмотры и лайки, ребят. Просто с нихуя, вообще с нихуя. Хотя в творческой студии, в разделе аналитики, абсолютно все правильно написано. Блядь, я еще, ну, я реально, я напишу отзывы. Там такая есть тема, написать отзыв. Я пишу, но мне нихуя пока еще никто не ответил, я просто их заебываю этой хуйней, какого хуя мне списывать. А они продолжают списывать еще, понимаете, после этого. Такое впечатление, что они смотрят, ага, отзыв написал, сука, списываем мы тебе, да, на тебе еще, нахуй, минус, блядь. Ну, серьезно, такое прям впечатление, как будто вот так как будто работает. А поддержка Вальхаллы работает так, я написал, и они сразу начинают проверять, ребят. То есть, это плюс такой очень сильно к этим работникам, то есть, моментально, в этот же, вот, часу не прошло, они уже проверяют мою шилку, какого хуя, я говорю, у меня хамас конверсии, я говорю, знаете, говорю, я сад для нее делал, я хромой менял там, да, ходил в мамону и так далее, ну, то есть, вставлял сад, истратил на это свои средства, блядь, какого хуя, блядь, она так мало добавляет манны, вот, а хпшек снимает много, то есть 60% минус хп, 40% мп, и они проверяли, ребят, при мне, блядь, заходили на мой перса, но... И потом мне написали, значит, формулу, типа, смотрите, вот показывает, вот смотрите, вот ваш персонаж без пассивок. Я только думаю, знаете, это, ребят, неправильно, мне кажется. Я не знаю, как корейцы задумали, но я что-то, блядь, вот уверен, что не так. Работает так, короче, они имеют в виду, что ваш персонаж, например, второй профы, с нулевыми пассивками, понимаете, да? То есть, вот, второй, по уровню вторая профа, то есть хпшек на вторую профу, мпшек на вторую профу, но пассивок нет никаких. А вы знаете, у баферов у всех пассивки, ребят, на манну, блядь. А, понимаете, есть. То есть, и эти пассивки не работают. Ну, короче, такая вот хуйня. И здесь такая же хуйня с этим вот боевым ревом. Battle Roar, который называется по-английски. Battle Roar, ребят. Вот. Здесь такая же система, блядь. То есть, вот сейчас на этом маленьком уровне, когда у вас Blast the Body висит, да, большой уровень, у вас уже много хп добавляет Blast the Body. И эта штука должна делать то же самое. Ну, я-то думал всегда, что она поверх, нахуй, бафов делает это, понимаете, поверх.
То есть должны добавлять 10% хп, 0 добавляется, 0, вот пока на этом уровне. На 43-м, там уже на 40+, ощущается уже, что чего-то добавляет, чего-то. И тоже явно не 10% от текущих. Должны добавлять, восстанавливать 10%, и вот вас, например, бьют сильно-сильно, у вас уже просадка хп сильная. Вы типа юзаете, должны 10% восстановиться, и макс хп еще увеличится на 10 минут, блядь. Понимаете? А вот на этом уровне нихуя не происходит. Как будто вот когда на вас босс забадит, все, это, блядь, просто незаметно ноль, блядь. Ну, такие вот вам рассказываю, что сам лично на своем примере, ребята. То есть это не что-то там где-то прочитал. Это я все эмпирическим путем, соответственно, блядь, вот на своем примере все проверял. И поэтому я и даю его службу поддержки только когда уже вот я написал, поп не работает, да? Вроде был патчноут, что типа обменяли поп. Он просто не перебивает БСБ. Ну, не перебивает. Понимаешь, если бы он накладывался сверху, блядь, да, БСБ бади, блядь, он не перебивает. Но если бы он работал сверху бафов, блядь, он, то есть у него система, значит, такая, не сверху бафов, понимаешь? Если сейчас я отменю БСБ бади, он будет работать. Ну, понял, да, наверное, уже 100 раз уже. Я думаю, что вы поняли, о чем я. Если снять Blaze Body, то, блядь, вы заметите его работу, то он как будто работает. А с Blaze Body вообще ноль нахуй. То есть, и значит, он добавляет не поверх скиллов, а просто добавляет, ребят, по базе, блядь. База, то есть ваша база, например, 1000 хп. Он добавляет от базы 10%, блядь. 10, сука, процентов от базы, ребят. Там так кто-то подписался, да? Надо посмотреть. Ауа Рип Саунд, зафоллоус на Twitch. Привет тебе, Ауа Рип Саунд, очень рад новым людям. Присаживайся, у нас тут стрима по КД, махуем по РБ. Так, ты в чат еще пишешь. На хайфе он поверх 10 хилит. Блять, ну смотри, это очень странно, если ты прав, потому что здесь скиллы с хайфа, уверяют нас админы. То есть база скиллов по хайфу. Соответственно, например, Фрэнзи 5 минут откат, Гац вообще 10, блядь, да, дает Фрэнзи хуйню по сравнению с интерлюдом. Тут как бы мир из интерлюда, я сейчас на Олде играю, да, на новом серваке, который 26-го стартует, ребят, он как бы, блядь, там вообще все переебано, там все будет по-другому, мы ждем патчноута, да. Там будут еще более переебанные, да, там, тут объединенные профы есть, например, у Шилки и у ЕЕшки объединенные скиллы. Например, ЕЕшки дали, блядь, инфу, а Шилки дали, ребят, Кларити и Патерико. Ну, то есть объединенно. Ну, я вам всю жизнь хилился на парике. Ну, вот человек с хайфа. И, ребят, я на хайфе никогда не играл. А это сервака, у меня был опыт игры 12 лет назад последний. Я играл с C4, ребят, Интерлюд, и последний мой был... какие хроники, это КМЛ, когда вышли. Мне интересно было за куриц поиграть, я ночью играл там. Закурился. Вот, это все. И 12 лет не играл, ребят. И здесь я пришел на Вальхаллу. На Вальхаллу, ребят, ремастер это называется. То есть тут мобы и мир из интерлюда, а скиллы, как они пишут, с хай-фай. Вот, и все. На самом хай-фай у меня чистом, я никогда не играл. Мне сказали, что на чистом хай-фай вообще немножко по-другому работает. Вот. Поэтому мне не с чем сравнивать, поэтому я верю, конечно. На хай-фай Battle Roar это аналог БТБ. Блять, он и должен быть. Он и есть, она, он и должен быть, блядь, но он должен поверх него накладываться, это же логично, нахуя-то я учил баф, который мне нихуя не дает, блядь, ребят. На более высоких уровнях он прибавляет. Так, я попробую оверами добить. Так, ярость главное, юзать, ребят, по КД. Ярость это здесь имба, ребят, ярость здесь имба. Вот. Да, спасибо, что ты написал, я всю жизнь хилился на парике, я понял. А здесь, ну, нет, после 40-го он заметно дает. Заметно, но все равно не 10% от того, что есть, ребят. Блять, просто все равно не то, что не 10% то, что есть. Вот. А вот с комбо. Что уровень БР отлично хилишь с комбоем БТБ. А вот с комбо ПП уже не хилит. У тебя БТБ 6. Да, у меня максимальный уровень, а БР 2 уровень, конечно, не перебьет. Блять, ну, ребят, я всегда искал. Да, я вас-то понимаю, я понимаю, я же заебал техподдержку, ребят. Мне техподдержку всегда да, отвечает, блядь. Я их заебал, какого хуя что-то не работает. Но они мне говорят, от базы, блядь. Стой. Оверами отбиваем. Поздравляем с успешным завершением. Ну вот, смотрите, ребят, упал щит точно. Только не брига, а треугольный. Тут два щита падает. Вот самый выгодный РБ в плане того, что
с него, ребят, только с него падает брига шлем и куски на него. А это ХФ. У тебя... Да-да, у меня это максимальный уровень. Ясно, что Bless the Body, ребят, тут, блядь... А, не, подожди, третий эффект. Третий. Ну, один хуй максимальный. Так. Bless... Блядь, я что-то быстро поднял. Навершие дубины, треугольный щит. Краска, ловкость, вынос, ребят. Ловкость, вынос, то, что надо. Слышь, PUBG? Слышь? Ловкость, вынос дали, то, что надо. Это уже восьмая. Блеска, ребят, на доспех. И часть панцирного, ребят, щита. 106,6. У меня этих кусков уже штук 500. Щита, ребят. Щитов, брига щитов могу наделать, я его, блядь. Вот, ребята, охуенно все произошло. Жалко, не выпал брига шлем, но он очень редко падает на самом деле. Но мне, правда, упал.